Всем привет, ребята, вы на канале Апофеоз Крипто. Сегодня рассмотрим три способа заработка на криптовалюте. Два способа, которых будут без вложений, и один с вложениями. В этом видео я вам просто дам направление, а подробно о каждом способе будет отдельное видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И первый способ сейчас очень хайповый, очень популярный и сильно быстро набирает популярность, это NFT-игры. Здесь есть сразу три подраздела, это NFT-игры, игры на блокчейне и игры Pay to Earn, что в переводе означает «игра и зарабатывай». Но суть у всего этого одна, вы просто играете в игры, чаще всего без вложений, и зарабатываете токены проекта, которые потом можете обменять на деньги, либо реинвестировать еще раз в игру. Сейчас эта тема очень актуальна, очень популярна и быстро набирает популярность, поэтому денег здесь еще очень много и можно хорошо заработать. Способ номер два – это аирдропы и баунти. Тема не новая и уже не такая прибыльная, как раньше, но здесь по-прежнему можно хорошо заработать. Суть простая, вы просто участвуете в раздаче от разных проектов, и у вас есть шанс получить за это токены проекта, а потом их продать. А чтобы принимать участие в этих раздачах, нужно просто делать различные действия по типу подписки на канал, на Telegram и прочее. У меня есть отдельное целое видео по этой теме, поэтому ссылка оставлю в описании. Способ номер три – заработок на мем-токенах. Этот способ в целом новый и не очень популярный, так как здесь есть свои риски и вложения. Суть способа заключается в том, что покупать мемные токены по типу Shiba Inu и Dogecoin, когда они только выходят, и ждать их будущего роста. Тут, конечно, большой шанс, что они либо просто не вырастут, либо это окажется очередным скамом, но если все-таки одна монета сильно выстрелит, она может покрыть все убытки и даже принести очень большую прибыль. Например, с той же Shiba Inu, когда человек в прошлом году купил токенов на $100, и в этом году у него на балансе было уже более 2 миллионов. Вот такие вот три способа на сегодня, о каждом из них будет отдельное видео, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока.